всех приветствую на канале Мир Пива, с вами Юль Сергеевна. Сегодня я буду дегустировать пиво американской пивоварни Firestone Walker. Эта пивоварня была основана в 1996 году, и она входит в пятерку крупных пивоварен Калифорнии. Адам Firestone с детства был окружен виноградниками, виноделием, но почему-то вот он все время мечтал варить пиво. И свое первое пиво он варил именно на оборудовании винодельном. Ну вот, первые попытки были неоднозначными, все-таки искал он компаньона, который был бы одержим тоже этой идеей пивоварения. Ну, какие-то идеи подсказывал, может быть. И нашел он этого компаньона в лице своего свояка Дэвида Уокера. Ну и вот они вместе, так сказать, делились идеями, спорили где-то. И вот в споре, как известно, рождается истина, вот и рождались у них такие вот сорта пива. Вот это пиво, которое я буду дегустировать, Розали, оно сварено с гибискусом, вот они здесь указывают, и винным виноградом. То есть ферментируется оно с шардоне и другими сортами. И вот получилось такое вот пиво у них. Женщина тут изображена, вон, наверное, виноградники там. Солнце, виноград и вот пиво, как ни странно. Значит, алкоголя 5, экстрактивность 16,2. Такая вот баночка, неприметная, но я ее заприметила. Давайте же мы прикоснемся к этому шедевру. Что же они нам тут сварили? Кстати, в 2015 году пивоварню эту купила бельгийская компания, уже известная нам, Duvel Mortgat. О, смотрите, цвет вообще такой интересный. Прямо под цвет рисунка на этой баночке. Такой вот какой-то оранжевый. С розовинкой, красивое пиво, белая пена, белоснежная, немного ее, вот такой внешний вид, интересный, ощутим аромат. Ну, аромат такой вот кислинка винограда ощущается в аромате. Даже немножко дрожжевых моментов проскакивает. Ну, так, конечно, вот сидра, такого вот венца. Такой вот аромат. Кисленький. Не яркий. Ну, такой вот винный. Шампанского аромат. Вот такой. Попробуем. Вкус, скажу я вам тоже, напоминает вкус какого-то шампанского, какого-то не очень вкусного шампанского, совершенно не похоже на пиво. В общем, Адам Firestone, лучше бы ты варил вино. Тьфу ты, производил вино. Да, друзья, бывает. Вообще, вкус никакой. Даже абрау дюрсо, скажу я вам, поприятнее. Пузырьки, да и только. Такое сухое вино, как будто бы такое... Вообще даже не насыщенное. Ни винного тут ничего такого насыщенного нет. Ни пивного, особо ни сладости, ни горечи, ни резкости даже особо и нет. Только на внешний вид красивая. А так, даже вот, даже уж не знаю, какую оценку тут поставить.
единичку за внешний вид. Ну, действительно, цвет прям обалденный. Пенка, все было, все так хорошо начиналось. Вообще, никак. Кошмар. Ужас. Я вообще недовольна, даже немножко расстроилась. Но и такое случается, друзья. Так что, как говорится, пивоваром надо родиться, наверное. Это не пиво. И не вино. Даже вот сауэр, вот мы иногда, да, кислое пиво, вот эти вот бельгийские, да, и то насыщенные винные какие-то моменты, а? А здесь же вообще ужас. В общем, с вами была Юлия Сергеевна. До следующих, надеюсь, более приятных, впечатляющих дегустаций. Пока!